Здравствуйте. Вот я не нажал на звук, не было звука. Итак, начинаем. Сегодня мы поговорим про Upline. Это система CRM это система CRM, Client Relationship Management. Это система по работе с клиентами. Итак, Upline был добавлен в наши кабинеты недавно, и где можно найти Upline. Первое это есть два способа. Первое это зайти в наш кабинет, и слева в верхнем левом углу мы увидим ссылочку партнерам. Вот ссылочка есть. Нажимаем на эту ссылку, и в менюшке, которое открывается в самом низу, Upline, и нажимаем, и сможем зайти. Либо вот по баннеру щелкнуть, то есть вот есть баннер слайд-шоу, и можем нажать на прямо на нее и пройти в кабинет. По поводу триал периода, если вы еще не использовали, не зарегистрировали Upline у себя, то есть вы его не начали пользоваться, то вы можете им воспользоваться. Есть возможность использовать 30 дней. Есть триал период в 30 дней, то есть вы можете бесплатно использовать, посмотреть, попробовать в течение 30 дней. Итак, что же такое Upline и для чего он? Я коротко объясню, самое начало, буквально там несколько минут, чтобы было больше понимания, откуда взялся Upline и вообще для чего он был придуман. Но первое, я хочу начать с того, что есть мировая статистика MLM. Это воронка продаж сетевого маркетинга. И выглядит она так, следующим образом. Это 10, 7, 4, 2. Первое – это 10 человек, которых вы позвоните или пригласите, они скажут, что они придут на вашу встречу, презентацию, они вам пообещают, и реально придут только 7 человек. Реально вас до конца выслушают 4 и купят только двое. То есть это так называемая воронка продаж, то есть из 10 человек только двое у вас купят. То есть вы начинаете работать с 10, обзваниваете, 10 человек сказали, да, придут, реально придут только 7, дослушают 4, это в среднем, и купят двое. То есть это мировая статистика, подтвержденная десятками лет. Вот. У кого-то эта статистика лучше, у кого-то хуже, а по всему миру это средняя, так, именно такая. А из этой... Из этой формулы или воронки можно сделать несколько выводов. Первое – это чем больше вы сделаете вот звонков или предложений презентации, то есть встреч, презентации, тем больше вероятность, что у вас появятся эти двое, которые у вас купят. Потому что большинство людей, большинство новичков, даже крупные лидеры делают такую ошибку, делят списки на тех, кто купит. То есть они начинают вот этих искать людей, двух, тех, кто купит, и делят весь свой список знакомых, абсолютно весь, там, если у него там человек 100-200, они делят этот список на тех, кто купит, и те, кто потенциально не купит. Вот, и, соответственно, этот весь их список делится снова по этой же формуле. То есть из 10 придет и купят только 2. Вот. Это большая ошибка. И отсюда вывод это, чем больше вы человек, и чем больше список вы сможете обработать, тем больше у вас будет покупок. И чем за более короткое время вы этот список проработаете, чем за меньшее время, то есть в короткие сроки проработаете, тем больше вы заработаете. Вот и отсюда было придумано Upline для того, чтобы проработать
огромные списки за короткое время. И еще немножко такой статистики. Я взял пример с новичками, как делают 90% новичков. Вот 90%, то есть 10% людей только остаются работать в сетевом маркетинге. Только 10. А остальные 90% делают так. Вот смотрите, классический подход. Делают у них, например, 200 контактов в среднем, делают 15 встреч, это максимально 15-20. При конверсии 20 это будет 3 продажи, какой-то определенный доход. У них появляются затраты, как временные затраты в часах, так и по деньгам. Вот, затраты ресурсов на вторичные контакты, в результате в первый месяц в убытке. Вот. Так происходит у 90% новичков. Вот. А если сравнить систему Аплайн, то за 2 недели можно обработать 200 контактов. На самом деле можно обработать и за 2-3 дня эти 200 контактов при огромном желании. Вот. А конверсия у всех здесь может быть разная. Поставили 10%. Даже если у вас будет 10%, то есть ниже, чем при классическом подходе, то у вас будет гораздо выше результат. Соответственно, гораздо выше доход, и вы потратите чуть меньше времени на это и денег. А почему же не все работают в сетевом маркетинге? Да просто не все понимают на самом деле все преимущества сетевого маркетинга. Но я не буду рассказывать вам о преимуществах, я расскажу, как вот эти вот необработанных людей, вот здесь 15, например, обработано контактов, и 185 из 200, 185 осталось необработанным. То есть эти контакты никогда не узнают про Skyway, эти контакты никогда не узнают про такую возможность, которая бывает раз в 100 лет. Вот поэтому Аплайн идеально подходит для нашей компании, когда есть смена этапов, то есть в короткие сроки нужно повестить максимальное количество людей, это первое. А второе – это вход в корневую компанию, скорее всего, скоро закроется, то есть уже близится этот срок. И, соответственно, у нас останется огромное количество людей, это у нас самих останется не проработанных по классическому подходу. И останется в нашей структуре очень много людей, лидеров, новичков, кто не успеет проработать все свои контакты, то есть пригласить в корневую компанию. Соответственно, Аплайн помогает проработать огромное количество людей за короткое количество времени, за краткое количество времени. А что же такое Аплайн и как с ним работать? А первое, это проходим тренинг. То есть как работать с Аплайн. Следующий шаг – это мы вбиваем, импортируем контакты. А на данный момент сейчас вбиваем пока руками, то есть вносим контакты руками. Далее это будет импортация контактов, социальных сетей, с имейлов, с телефона. Это далее будет добавлено. А следующий шаг – мы перед тем, как отправить контакту нашу презентацию, мы обязательно звоним и предупреждаем, что мы отправим презентацию, просмотри. Следующее, мы отправляем саму презентацию, и человек ее получает. Далее я покажу, как это будет выглядеть все. После отправки презентации мы повторно звоним, назначаем встречу, и если есть у клиента вопросы, обязательно отвечаем на эти вопросы, то есть на возражения, вопросы. И следующий шаг – это дубликация, то есть то, что вы умеете делать сами, научить нижестоящую линию, то есть дублицировать себя, размножить себя, чтобы вы не только одни работали, а чтобы работала команда. То есть вы делаете размножение себя, то есть копию себя, дубликацию. Итак, пойдем по шагам. Вбиваем, импортируем контакты. Еще раз я повторю, где можно найти Аплайн. Это по ссылке в главном кабинете
на главной странице партнерам и upline, либо по баннеру. То есть вот который баннер слайд-шоу, мы нажимаем кнопочку и нажимаем на баннер и переходим. Вот у меня уже открыт предварительно. Вот. А первое, что необходимо сделать, это мы заходим на главную страницу и заходим на бизнес-менеджер. То есть на главной странице у нас основная информация находится. И на главной странице, так, вот загружается главная страничка. Вот, на главной странице мы видим основную информацию, последние активные контакты, предстоящие действия, сегодня предстоящие действия, следующие 7 действий, вот, активный или пакет, какой пакет, сколько дней осталось, сколько приглашений, сколько добавлено аккаунтов, сколько зарегистрированных, сколько отправлено презентаций, сколько открыто презентаций, то есть всю статистику мы видим. И первое, что необходимо сделать, это нажать на бизнес-менеджер, то есть это вбить контакты. Нажимаем бизнес-менеджер. Открывается наша страничка с контактами, куда мы сможем добавлять наши контакты. И нажимаем либо контакты, либо команды. Я рекомендую нажать на команду и в первую очередь добавить свою команду. Это верхнюю линию, то есть это спонсоров. То есть сюда вписываем верхнюю линию, нижнюю линию. Вписываем сюда email и отправляем приглашение. Спонсор, соответственно, вас вписывает. Далее. То есть, чтобы мы могли видеть статистику по вашей нижней линии, кто как работает, здесь это можно будет видеть. Далее мы составляем свой собственный список контактов. То есть мы нажимаем на контакты, это слева менюшки, нажимаем контакты. Так, пока уберем панель. Вот, и у нас здесь контакты. Как добавить контакт? Нажимаем справа, видим кнопочку, зелененькая такая кнопочка, справа в верхнем углу, добавить новый контакт. Нажимаем, и появляется поле для добавления. То есть мы вписываем имя, фамилию, обязательно выбираем язык общения. То есть это русский и английский. Это для чего это делается? Это презентация высылается, видеопрезентация на конкретном языке, на русском или английском. Далее сейчас переводится на другие языки и будет добавлен на другие языки. Далее мы вписываем email, по которому мы будем отправлять человеку презентацию нашу. И телефон его вписываем. Здесь моя рекомендация, чтобы загружать список, не нажимать на каждый раз после заполнения на «Сохранить», и тогда страничка перезагружается, не ждать этого, а нажать «Добавить еще контакт», и откроется еще одно поле. И таким образом мы нажимаем несколько раз и сможем заносить сразу группу контактов одновременно. И нажимаем только один раз «Сохранить», и тогда весь список сохраняется. То есть и тем самым экономим время. Так, я удалю лишнее. Вот. Мы создали свой список контактов. Что дальше? Дальше это нам нужно этому контакту позвонить и отправить презентацию. Чтобы позвонить этому контакту, его в Upline уже есть два шаблона звонков. Эти шаблоны можно найти следующим образом. Нажимаем на наш контакт, на любой контакт нажимаем. Загружается отдельная страничка, окошко.
И нажимаем «Отправить презентацию». И здесь мы видим кнопочку текста разговоров. Нажимаем на эту кнопку текста разговоров. И здесь в открывшемся окошке мы видим образец звонка, текст разговора, образец звонка. То есть по-русски и английски. Вот. Здесь мы можем выбрать два образца звонка. То есть вот первый образец. У меня есть идея, с которой хочу поделиться. Вот. И второй образец звонка – это приглашение в бизнес. То есть я начал бизнес, в котором вижу большой потенциал. Вот. Эти два шаблона можете использовать, а можете добавлять свой шаблон. Чтобы добавить свой шаблон или какие-то фразы убрать, сделать модификацию, нажимаем вот эту кнопочку. Это в правом нижнем углу, такой карандашик желтый, нажимаем. И теперь можем работать как с обычным текстовым редактором. То есть можем удалять, вписывать, все необходимое делать, то есть редактировать. Так, я сделаю отмену. Вот, и по этому тексту мы звоним. То есть прежде чем отправлять презентацию, мы звоним. Вот, а прежде чем еще отправить презентацию, здесь вот находится презентация, ее можно посмотреть, нажав на кнопочку вот эту вот глазик. Мы нажимаем и обязательно просматриваем перед тем, как отправить презентацию. Мы ее просматриваем, чтобы быть в курсе, о чем она. То есть, что будет видеть наш клиент. Эта презентация 5 минут. 5,5 минут длится, то есть просмотрите. Это то, что будет видеть ваш клиент и о чем можно будет дальше разговаривать. То есть нужно просмотреть и здесь увидеть. Далее мы звоним нашему контакту, то есть по тексту, и предупреждаем, что мы ему отправим эту презентацию. Далее отправка самой презентации, то есть есть здесь тоже шаблоны этой презентации, то есть шаблоны имейла. Вот есть последний отправленный шаблон, то есть какой-то, который вы отправили. Далее есть шаблон «Кое-что интересное» с текстом. Уже готовый для вас текст. Здесь даже имя подставляется под ваш контакт подставляется и ссылочка отправляется. По этой ссылке как раз и будет отправлена данная презентация, то есть видео, которое можно посмотреть. Далее здесь есть обещанные, этот шаблон email обещанные видео и есть шаблон идея. То есть вы сами выбираете, либо сами создаете свой шаблон и он запоминается как last seen. Presentation, то есть последняя отправленная send presentation, последняя отправленная презентация. Мы выбрали, допустим, выбрали идею, и тогда мы нажимаем на кнопочку «Отправить». И тогда, нажав на кнопочку «Отправить», мы отправляем нашу презентацию нашему контакту, и он смотрит. А далее, если мы хотим не по имейлу отправить, то есть мы сейчас отправили по имейлу, если мы хотим не по имейлу, а через соцсети какие-то, например, там Facebook, ВКонтакте у кого, то мы нажимаем на наш контакт, которому мы хотим отправить. Загружается окошечко. Нажимаем «Отправить презентацию». И здесь вот есть в правом справа есть такая ссылочка, копировать ссылку называется. Нажимаем сюда и нажимаем на кнопочку копировать ссылку. Кнопочку нажали и справа появилась ссылка успешно скопирован. И теперь вы сможете скопировать ссылку и отправить эту ссылку, зайти на Facebook или ВКонтакте, еще какую-то социальную сеть и отправить уже, там копипасты сделать и отправить нашему потенциальному клиенту, то есть презентацию. Это мы отправляем ссылку на презентацию.
Далее в кабинете мы сможем сразу видеть, что наш контакт делает. То есть мы видим активность его, когда презентация отправлена. Далее, когда открыт имейл, если он был по имейлу отправлен. Если был отправлен в социальную сеть, то сразу пишет: презентация отправлена, имейл открыт. То есть если мы посылаем просто ссылку через соцсеть, пишет: имейл открыт сразу. Далее мы видим очень важную информацию. Презентация просмотрена и на сколько процентов. То есть мы видим здесь 4, 5, 50%, 100% просмотрена презентация. То есть у нас есть информация, смотрел ли человек эту презентацию. И после этого уже звонить. Далее видим активность пользователя, открыт центр ответов. Мы видим, что человек интересовался, то есть у него какие-то были вопросы, и можем уже звонить и спрашивать, что, наверное, есть у тебя какие-то вопросы. Вот. Далее мы сможем добавить комментарий, что необходимо сделать. Далее с этим контактом, например, позвонить, и вписываем сюда необходимое действие. Итак, видим, что был открыт центр ответов, и уже нам есть информация, что он просмотрел и открыл центр ответов. То есть мы уже можем звонить нашему контакту, то есть повторный звонок совершать, и у нас есть тема для разговора. И следующий шаг, который у нас в нашем обучение – это повторный контакт, завершение сделки. А повторный контакт следует совершать или делать, звонить после, не позднее, чем 2 дня после просмотра презентации. Желательно в этот же день. Если вы позвоните контакту позже, то тогда человек просто забудет об этом, у него какие-то другие дела. То есть информация, та, которую он просмотрел, все больше и больше будет сбываться. Поэтому не больше, чем через 2 дня вы звоните. А желательно в этот день. Далее, что еще мы можем сделать с этим контактом? Это поставить так называемую метку, то есть активность. Что мы делали с этим контактом? На какой стадии, на каком этапе продажи мы находимся? То есть на каком этапе покупки находится клиент, на каком этапе действия, то есть была ли встреча. Вот поставим, что были отправлены материалы, или была повторная встреча совершена, открыт аккаунт, открыт ли пакет, и было ли приглашение на семинар. То есть мы все контакты мы помнить не можем, а здесь очень удобно, можно поставить метку, что на каком этапе и какое действие уже было совершено с данным контактом. То есть удобная такая. Далее. Я нажимаю крестик. Далее, что мы делаем, это центр ответов. То есть я рекомендую зайти в центр ответов, просмотреть. То есть это для новичков, те, кто еще мало знаком с компанией, это быстро ознакомиться с компанией, то есть просмотреть ответы. Здесь есть видео, где собраны все основные вопросы и ответы, какие возникают, могут возникать у новичков, у новых клиентов, у новичков. То есть здесь вы обязательно просмотрите. То есть клиент, нажимая на центр ответов, заходит и просматривает. Также он может нажать на кнопочку «Открыть аккаунт». Если клиент нажимал на центр ответов, значит, есть какие-то вопросы, то есть мы можем звонить клиенту и уже общаться далее. Итак, следующий это шаг. Это повторный контакт, завершение сделки. То есть повторяюсь, мы звоним, желательно назначаем встречу, встречаемся и завершаем сделку. А еще здесь такая рекомендация, что завершать сделку я рекомендую с опытным партнером, то есть опытным человеком,
с вашим спонсором или с региональным лидером или еще с каким-то лидером, а то есть с тем человеком, который профессионально умеет отвечать на возражения, то есть который знает о компании, то есть человек подготовленный. И рекомендую вот повторные контакты совершать именно с таким человеком. Если вы сами это умеете, отлично. Если вы не умеете, обращайтесь к высшим спонсорам, к лидерам, которые умеют это делать. Если у вас такого спонсора нет, то обращайтесь к региональным лидерам. А на данный момент региональные лидеры все проходят обучение, поэтому они профессионально обучены. То есть они обязаны вам помочь. И если у них есть время помочь и сделать эту встречу. Итак, следующий шаг – это дубликация. То есть это дубликация, это копирование, то есть это копирование себя. То есть, например, если сравнивать обычный бизнес и сетевой маркетинг, то в обычном бизнесе или на работе вы 100% делаете работу и зарабатываете 100% сами. А в сетевом маркетинге вы копируете себя и вы зарабатываете по маленьким процентам от результата действий многих людей. То есть, если спросить у опытного сетевика, сколько, что он хочет получать, делать 100% самому или получать от результата 100 человек по 1%. По 1% от результата 100 человек. Естественно, он выберет второй вариант, потому что все сетевики знают, что дубликация приносит огромный доход. То есть, что такое дубликация? Это когда мы обучили свою первую линию, то есть то, что умеем делать сами, обучили нашу первую линию. Потом эту первую линию мы обучили, как обучать у этой первой линии первую линию, то есть наша будет это уже вторая линия. И следующее, что мы сделаем, это мы обучаем нашу вторую линию, как обучать следующую линию. Если вы обучите своих сотрудников вглубь до трех уровней, допустим, команду создадите по три человека, то вы себя дублицировали, то есть вы создали фундамент, вы себя дублицировали. И далее, если какой-то из нижестоящей линии выпадает, то вся структура не рушится, а просто продолжает дублицировать себя. То есть вы научили обучать вашу нижнюю линию, то есть вы себя копировали. В этом и заключается успех сетевого маркетинга. Это дубликация. А как это относится к upline? То есть, если вы научились работать с upline и научите работать ниже стоящую линию и обучите ее дальше, то все ваши действия будут скопированы, и вы будете себя размножать. То есть вы себя раскопировали, размножили. Итак, это был последний шаг. Возможно, у вас есть вопросы. Есть время для ответов на вопросы. Возможно, у вас какие-то вопросы появились. Смело спрашивайте, а я отвечу. Также ведется запись, видеозапись. Если вдруг понадобится, это можете набрать в YouTube оплайн обучение. И тогда скажите им, где можно задать вопросы. Да. А задать вопросы вы можете в закладке questions. То есть вы туда можете вписать или в чат вписать мне напрямую. Или в questions задать. Вот, я или поднять руку, или вопросик поставить, что у вас есть вопрос.
Так, я вижу, пока вопросов нет. Окей. Итак, я веду это обучение про оплайн каждый четверг в 8 вечера. Это по Москве. 8 вечера на русском языке. Это будет каждый четверг. То есть, если вы хотите от кого-то отправить на обучение, то есть либо еще раз сами пройти обучение, просмотреть, прослушать, задать какой-то вопрос. Это будет каждый четверг в 8 вечера. То есть это в течение получаса-часа. И можете также здесь задавать вопросы. Итак, я вижу, что вопросов пока нет. Надеюсь, было все понятно, надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание, спасибо. И тогда, так, Виталий, я вижу какой-то вопрос, да, напишите. Напишите. Спасибо, да, пожалуйста, да. Если этого было мало, то тогда смотрите в YouTube видео. Видео все записываются, то есть все можно восстановить, то есть вы не останетесь одни, один на один. Всегда можно спросить, всегда можно задать вопрос и посмотреть, прийти на обучение еще раз или отправить кого-то. Да. Итак, спасибо всем за внимание. Да, на сегодня все. До следующих встреч. До свидания. Где найти канал? А канал я не помню, где находится. Это Upline. Если вы наберете в YouTube Upline обучение, то есть вот я вам сейчас напишу. Это Upline. Если наберете Upline обучение, то тогда вы сможете по ссылке найти. Upline, Skyway, что-то на вот этом, по этим запросам можете найти в YouTube. Либо в Vimeo на канале. Больше вопросов нет? Тогда мы закругляемся, да, закрываем нашу комнату, вебинар. До свидания, до новых встреч.